Колары установлены в барреле фокуса. Все бегает мягонько, никаких повреждений нету, прям все четко. Теперь необходимо установить шлейф вот сюда. Для этого необходимо разобрать всю систему. Также здесь произвел манипуляцию, заменил вот этот шлейф на новый, потому что у того был обрыв вот в этом месте. Соответственно, лучше всего этот вопрос решается тогда, когда полностью меняется шлейф. Thank you.
объектив собран, и сейчас в нем, получается, заменены колары барреля передней линзы, колары фокуса и частично еще некоторые колары, шлейф диафрагмы, шлейф зума и поставлен коннектор на работу, получается, шлейфа фокуса. Нет, не шлейф зума, а шлейф фокуса. По работе зума. Зум сейчас чуть-чуть плотнее, чем надо. Это связано с тем, что у нас полностью ушел люфт. У нас здесь вообще нет люфта. Просто настолько железобетонно здесь стоит. Просто классно. Вот. Но со временем люфт появляется, потому что происходит износ. Давайте посмотрим резкость и, в общем-то, как работает объектив. Начнем с блока фокусировки. Видим, что на 24 пробегает все четко от начала и до конца с огромной скоростью. И это очень хорошо. Давайте на 70 посмотрим. На 70 тоже проходит все хорошо. Итак, работа апертуры. Видим, что апертура закрывается. Делаем трансфокацию. И видим, что апертура закрывается. Теперь удерживаем апертуру и делаем трансфокацию. Видим, что срыва никакого не происходит. И теперь переходим к кадрам. Ну, давайте прям на ходу будем фотографировать. Это на 2,8. Это трансфокация на 24. На 24 значения. Это значение сейчас на закрытой апертуре. Вот так. Видим, что закрылась апертура и темно. И закрытая апертура на 70. Все, отлично. Сейчас я буду делать кадры на улице. Посмотрю, насколько резкий объектив на бесконечности. Для меня это важно, как показатель. И в результате этого можно сказать, насколько он резкий. Поехали. Результат съемки на 24 и на 70. В данном случае 24 бесконечности. Расстояние до объекта 250 метров. И он соответствует резкости, которая соответствует на такое расстояние. Сейчас у нас умножение приближение на максимум. x10. И, в общем-то, здесь кроп камера. Дальше. Это у нас 70. Тот же самый объект. Резкость на месте. Все как надо. Так, вот здесь резкость не на месте у нас в кадре. Так, вот. Приближаю максимально близко. И даже детализация текста прощупывается на объекте. Все четко, как надо. Такой показатель дает обычно свеженький объектив. Как только его принесли. Вот такая детализация. Теперь поле. Само поле ровное. И, в общем, если приблизить, посмотреть, это у нас значение 24 на 2,8, то мы видим верхнее положение резкость, нижнее положение резкость, нижний левый, верхний правый, нижний правый. Резкость ровная по всему полю. Дальше 70. Переключаемся. Так, не так. Так, вот оно 70. Резкость на телефоне есть. Прибавляем. Так, резкость вблизи. Полностью все четко, как надо. Прям вообще хорошо. Теперь нижний край. Есть. Верхний. Левый верх. Нижний левый. Нижний правый. Верхний правый. Объектив готов к работе. И на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока!